Жители голландского городка Пюрмерент уже несколько недель не могут спокойно ходить по улицам в темное время суток. Периодически их атакует филин. Пострадавших десятки. Некоторым понадобилась медицинская помощь. Внезапно я получил удар сзади в голову. Это была сова, знаменитый филин. Могу сказать, было не смешно. Чтобы защититься от птицы, люди ходят с зонтиками. С зонтом я могу с ним бороться и напугать его, чтобы он улетел. Поэтому хожу с ним везде. Местные власти полагают, что этот филин был выращен в неволе. Обычно эти птицы не нападают на людей и избегают их. Европейские филины находятся под защитой. Городской совет обещает поймать птицу. Сейчас речь идет об опасности. Никто не хочет, вдруг повернув голову, получить удар когтями в лицо. Мы не хотим, чтобы люди получали ранения, поэтому я собираюсь ускорить процедуру по поимке птицы при сотрудничестве с властями провинции. Европейские филины – одни из самых крупных в мире. Размах их крыльев может превышать 1,5 метра.